Я не хочу жить в России, я хочу жить в Украине. Не хочу никакой тут России, не хочу. Абсолютно не хочу, ни капли. Она все равно потухает. Таня, она ж не залезет в подвал. У нас нет электричества, у нас нечего есть, у нас нет ничего, медикаментов, ничего нет. Окраины города Лука, все заминировано. Пока весь на сегодняшний день, на сегодняшнюю минуту не удалось провести переговоры, чтобы это было безопасно для мирных граждан. Поверьте мне, я такой же, у меня семья дома, я за них переживаю. Но, к сожалению, нам пока есть максимально безопасно находиться в городе, в подвалах, в укрытиях и так далее. Мама! Ты что, сука, будешь в мяч сейчас играть? Положи. Зачем мяч. Вы это все воруете? Да нате вам в мяч, ради бога. А че вообще зашел? Куда вы лезете? Куда вы плетесь? Куда вы плетесь? Тут что вам пачка раздатная или что? Люди, просто сплотитесь! Не надо делать панику! Не надо грабить никого! Вы все равно будете тут же жить! Это ваш дом! Зачем вы бьете свои окна? Магазины. В первую очередь женщины, дети, старики, мужчины. Вы можете пойти найти воды. Можно воды? Можно воды? Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Куда ты? Я же тебя спасаю от холода. Ты мертвый. Но. Или не брать? Так, пап, не брать? Под этим. Маня, да усядьтесь вы, пожалуйста. Да. Нет. Что не плачь? Домой хочется, на работу хочется. Здесь можете спросить, просто город жалко, людей жалко. Слушайте, а есть тут детей жалко. Спасаются шапочка. Ну, еще маленький. Нет. Не ма. Ладно, пусть пойдем.